сейчас я хочу пригласить на сцену идейного вдохновителя в фан-хаусе. Он отличный хореограф, профессиональный это Илья Фиценер. Он себя представит и покажет. Добрый вечер, здравствуйте. Шанатор вам, Масай, вас поздравляю с окончанием вашего выпуска. Меня зовут Илья, меня также знают как Илай, я занимаюсь танцами с 4 лет. Я тоже дитя Сахнута на Але. На Але, да. На Але Зо. Зо, ты шевелишь. И поэтому очень помню свою дорогу, как вам мазер помнишь, вот она вчера была. Рад видеть вас, рад, что вы по-прежнему здесь дополняете Израиль. Даниэль сказал, Даниэль, я еще вас вспоминал, пока не, но скоро. Даниэль сказал, что есть такие, были такие люди, отказчики, которые, в принципе, принесли вот эту вот искру, вот это желание за мной, как в Израиле здесь в армии проходит, Ахрайли Цанханим. Слышали такое понятие? Маса, я прежде всего к вам. Те, кто в Израиле, они уже это знают. Ахрайли Цанханим? Нет, да. Окей. Быстренько прыгну туда. За мной парашютисты. То есть здесь командир идет перед отрядом. Окей? Тоже он дает личный пример за мной. Вот этот вот личный пример, вот это то, что я думаю, что нам стоит вспомнить именно в Рош ха-Шана. Именно в Новый год, или исправь меня, если я ошибусь. Потому что у нашего народа в целом есть определенная миссия, про которую мы должны забывать. И вот сейчас мы не забудем. Все говорили, маса, 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 маса. Здесь 4 масы, да? Я насчитал 4. Я ошибаюсь? Маса экспириенс? Вот у вас услышит. Экспириенс. Все истории экспириенс. Все истории экспириенс. Тогда определите меня, пожалуйста, стоматологи здесь есть? Окей, мастера здесь есть? А теперь все. Мои знания на этом закончили. Матас статус. Это обмен опыта. Здорово. И все. 3 масы. И врачи. 4 масы. Так я был прав. Окей, здорово. Теперь смотрите. Я, к сожалению, мы сейчас с вами потанцуем. Что же будем делать? Будем танцевать сидя. То есть мы посидели, сейчас маленько нужно эти мышцы оживить, голову оживить, душу оживить. Мы с вами сейчас потанцуем сидя. Я выбрал для нас новую песенку, называется «Freedom», «Свобода». Что с понятием «свобода» для еврейского народа? Опять Игорь может меня исправить. Как Даниэль говорил, опять же, есть были первые люди, которые давали примеры, ехали в Израиль. Также «свобода» ментальная. Что значит свобода ментальная? Иметь возможность себя выразить в угодном, в самой угодной форме для Вселенной. Я обзову это в данном случае Вселенной. Окей, но мы... Давайте уже отзывать это творцом. И вот свобода. Свобода от каких-то... Это может быть телефонная зависимость, любая другая зависимость, работа, зависимость страны из той, которой вы приехали. Окей? И я вам желаю свободы. Это абсолютно еврейское такое понятие. Мы празднуем Песах каждый раз исход. Окей, и вот в духе этого Песаха, от Рош ха-Шана до Песах, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, окей? То есть это буквально масса одна, вот один маслюк. Мы сейчас это попробуем почувствовать. Что мы будем делать для того, чтобы чувствовать? Фридом. Давайте выучим вместе кецов. Кецов это цель. Ритм. Раз. Давайте мы пошелки с нами руку работаем. Два. Окей. У нас такой кец. Три. Раз. Раз, два. Окей, теперь мы все с вами сделаем такую штуку. Раз, два, и стряхнем. Раз, два, еще раз. Раз, два. И теперь ребенок отходится, как будто мы в автобусе тормозим. Окей, вы хотите так, о! Попробуем, то есть у нас было. Раз, два,
Опа! Можно себя руками остановить. Мы делаем это дважды. Попробуем, мы уже выучили целых два предложения. Раз, два, раз, два. Раз, два, опля. Окей. Здорово, молодцы. Хочу вас посмотреть. Мы теперь сами. Семь, восемь. Ну, вроде почти оторвали попу, да? Можно начинать вставать. Вставать? Да, вставать. Давайте попробуем давать какую-то энергию. Просто 4 счета мне нужно из основных сторон. Просто покачаем. Давайте все вместе. Это было слегка. Право, лево, право, лево, право, лево, право. Отлично. И теперь нужно будет качать это так. Раз, два, три. И встали. 5, 6, 7 и. Встаем. Окей. И раз, два, три, четыре. Сами себе спокойно. Еще раз, два. Молодцы, спасибо большое, что встаете. Смотрите, заодно там квадрицепс, попу подтянули, солеус, все работает. 5, 6, 7 и. Шагло. 5, 6, 7 и. Раз. Два, три, семь, восемь. Давайте вспомним всю нашу систему с самого начала. Кик-тан-тан-та-та, лэ-пэ-та, та-та-та, и упасть. Та-та-та-та-пэ, та-та-та-та. Что ж, давайте поставлю музыку, чтобы мы уже пошли. И просто послушаем по ушам. Don't let me go. Ты до меня возвращаешься.
Да он это никого, мы без так. Попробуй. 5, 6, 7, go. Hold on to me. Don't let me go. Я поднимаюсь. Who cares what they see? Окей. Okay. Кого волнует, что они видели? Окей. Okay. И Лида поднимается, делает who cares? Да. Who cares what they know? Что, кого волнует, что они знают, что они думают? Окей, okay. Попробуем сделать это. We have 4 sentences. 5, 6, 7, go. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Молодцы! И Лида встает. Who cares what they know? Отлично. Теперь мы делаем 4 раза, поднимаем руки вверх. Your first name is free. Окей? Okay? Раз, два, три, четыре. Your last name is dumb. Мы делаем your last name. Вот на себя такой дождик. Your last name is dumb. We must say believe. Мы разворачиваемся спиной к спине. Откуда мы пришли? Мы должны помнить свои корни. И мы делаем такую вещь. Ручку на голову, жму ручку и присаживайся. А вот. Это все подгрузится. Давайте попробуем. 5, 6, 7, и. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? А потом начинается вот эта штука. Раз, два. Окей? Теперь мы делаем просто. В сторону. Раз, два. Отлично. Раз, два. Mind. Use your power. Spirit. Use your wings. Окей? Мозг. Воспользуйся своей силой. Душа. Распахни крылья. Окей? Вот наш текст. Давайте попробуем синхронизировать. Еще раз. На сухую дорогу. 5, 6, 7. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Best. Your first name is free. Your last name is dumb. Because we still believe. Freedom!
Мазай Экспириенс, полтора часа в танцевальном зале, было очень весело. Спасибо вам большое, аплодисменты! Вот свободу и тепло, вот это стоило подчеркнуть из государства Израиля. Проходите это в своем сердце, вот действительно большая, замечательная семья. Вот, и часть семьи на сцене, посмотрите, они красивые. С Новым годом и долгих лет жизни, Маса! Thank you.